новости, очередной выпуск. Сегодня он будет посвящен весь 70-летию победы России, русского народа в Великой Отечественной войне. Не случайно говорю, что это победа русского народа, потому что об этом забывают. Забывают, что русский народ понес самые большие потери в этой войне. Больше всего русских солдат даже в процентном отношении к общей численности населения, русского населения СССР, погибло именно русских. Русские фронтовые потери самые большие. То есть русские сломали хребет нацистской Германии, русские сломали хребет вермахту, германской армии. Что это была за победа, как к ней относиться? До сих пор здравого подхода нет. Но мы должны исходить из того, что 20 век – это век триумфов и трагедий для русского народа. И трагедий было гораздо больше. И война, конечно, тоже большая трагедия. В ней были победы, героизм, слава. Мы помним героев, помним эту славу. Но были и трагедии. Колоссальные потери, потери мирного населения, потери на фронтах. Очень много неоправданных потерь, ничем не объяснимых, кроме глупости и предательства, которыми пронизана была вся система так называемой советской власти, хотя никакой советской власти, конечно, в СССР не было. Была власть партии, власть чекистов. В значительной степени все сохранилось и до сих пор. Некие закулисные кланы правят нашей страной, ничуть не соотнося свое правление с интересами народа, с историческими перспективами. И тогда было примерно то же самое, просто во время войны оказалось, что спасти вот эту шайку преступников, утвердившихся у власти, может только русский народ. Поэтому решили опереться на русский народ, но так, что кровь брызнула во все стороны. Такие огромные потери, такая трагедия. Но в то же время это и память. Память и руководство к действию. Если это просто пустая память, просто воспоминание, припоминание, это ничего не стоит. Если мы не продолжаем дело своих предков, то мы недостойны их. Недостойны ни их триумфов, ни трагедий, которые произошли с нашим народом. Недостойны называться русскими. Мы не в полной мере русские, если мы не продолжаем дел своих предков. Надо сказать, что 20 век – это век, в котором произошли два ключевых события русской истории. Культурологи называют это избранная травма и избранная слава. Избранная травма для нас – это революция 1917 года, с февральской по октябрьскую, и дальнейший красный террор и гражданская война, как следствие государственного переворота, который совершили либералы, а потом поддержали коммунисты, большевистская партия. Это травма, глубочайшая травма, до сих пор еще неосознанная, и до сих пор эту травму некоторые считают славой. Хотя все последующие катастрофы 20 века были обусловлены именно этими событиями. Крушением традиционной государственности, уничтожением аристократии, целых социальных слоев, страшная распря, которая до сих пор, до нашего времени протянулась, и до сих пор те, кто почитает Ленина, Сталина, коммунистическую идеологию, это люди, замученные глупостью прежних времен. И от них происходит ненависть к традиционной русской государственности. Иногда эта ненависть раскалывает одну голову, в ней поселяется шизофрения. С одной стороны ненависть, с другой стороны любовь. Любовь и ненависть сталкиваются. Вроде бы человек может уважать одновременно российскую государственность, ценить российскую русскую культуру и почему-то быть приверженцем вот этой большевистской нечисти, большевистской революции. Все-таки пока наш народ не осознает и не придет к совершенно однозначному пониманию революции как трагедии, именно большевистской революции. Речь не идет о том, что это была какая-то национальная революция, что в ней какие-то русские черты были. Бердяев писал, что это вот русская революция. Это не русская, это была антирусская революция, и последующие все события показали именно это. Все содержание большевистское до этого
так называемой февральской революции, это содержание антирусское, антирусское. Мы должны это понять. Но в 20 веке есть и избранный триумф. Это триумф 45-го года, который сейчас начинают оспаривать, особенно в связи с тем, что российская государственность трещит по швам, управляют страной люди, которых надо назвать просто нечисть. Это в кавычках поляки, которые захватили Кремль, и которых, конечно, надо оттуда изгнать, вычистить. Желательно уничтожить всю эту прослойку, которая сейчас образовалась как такой паразитический налет, как плесень на российской государственности. Ненависть к этой прослойке, к этой плесени совершенно оправдана и понятна. Но когда эта ненависть переносится на страну и на ее главный исторический триумф 20 века, победу 45 года, это уже переход в русофобию, это тоже шизофрения. Человек может сколько угодно клясться в своей любви к русскому народу, но если он считает победу для себя не победой, а какой-то трагедией, что вот победила проклятая большевистская власть, он не понимает одного, что победа – это была победа русского народа. Русского народа прежде всего, его народа, к которому он принадлежит. Это была русская победа, не победа советской власти. Как могла эта власть, которая ошибочно называется советской, победить без русского народа? Не могла в принципе, не могла в принципе. И вот эти террористические инородческие группировки, которые удерживали власть тогда, в 1941 году осознали, что их просто германская военная машина сметет. И поэтому они призвали, обратились, Сталин обратился, Молотов обратился, братья и сестры, так как обращаются к своей пастве священники, или как обращаются верующие русские люди к своей православной общине. Насколько мы ценим победу 45-го года, как народ или как отдельные люди, семьи, как мы относимся к победе? Если мы соглашаемся с тем оккупационным режимом, который сегодня установился в Российской Федерации, то мы не ценим победу. Мы делаем вид, что мы отмечаем, что-то празднуем, поднимаем рюмочки в память погибших, в память ветеранов. Но если мы не боремся с этой поганой властью, значит, мы согласились с оккупационным режимом, как если бы мы согласились или наши предки бы согласились с тем, что пришла гитлеровская оккупация и рассказала нам, как надо быть патриотами. И мы вместе с этой оккупационной властью отмечаем исторические даты русских побед или русских поражений, в одних случаях прославляя победу, в других случаях чтя память павших и соотнося себя и с тем, и с другим, и с триумфами, и с трагедиями. Если оккупационный режим нас устраивает, если мы готовы вместе с ним участвовать в каких-то торжественных парадных мероприятиях, то мы не любим России, не любим своего народа, потому что так, как издеваются эти негодяи над нашей страной, наверное, не мог издеваться никто. Может быть, хуже гитлеровской оккупации. Может быть, только большевистская, а хуже большевистской, вот нынешняя, олигархическая, когда рабы радуются своему рабскому состоянию и говорят, лишь бы не было войны, как хорошо укрепилась наша государственность. Так это не наша государственность, это чужая оккупационная государственность. И эта государственность не Россия, это противоречие исторической России и всему смыслу существования нашего народа. Мы перестаем быть народом, если ассоциируем себя с этой властью, если вместе с ней начинаем отмечать День Победы. День Победы мы обязаны отмечать, как продолжатели истории своего собственного народа, потому что это наш избранный триумф, главный триумф 20 века, мирового значения, главное мировое событие 20 века. И это событие обусловлено подвигами русского народа, русских людей. Но если мы начинаем передавать, отдавать эту победу негодяям, которые сегодня находятся у власти, тогда мы не русские, тогда мы непонятно кто, тогда мы память предков не чтим, а только имитируем ее, потому что мы не продолжаем их дело.
Посмотрите, как эта власть, что она производит на свет в области культуры, для того, чтобы напомнить нам о подвигах предков. В прошлом советская власть все-таки содержала и поднимала, и прославляла и писателей, и художников, и кинематографистов, которые создавали впечатляющие произведения, не потерявшие значения до сих пор. Посмотрим фильм Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» по повести Шолохова. Это совершенно уникальный фильм, уникальные актеры. И снят этот фильм с полным достоинством, без всякой советской пропаганды, без всех этих глупостей. Посмотрим фильм его сына Федора Бондарчука «Девятая рота». Это же мерзость, самая настоящая мерзость и клевета на русского солдата. Мерзость и клевета. И хотя в первом случае Бондарчук-старший снимал, можно сказать, вымышленный сюжет, в нем правда историческая, а вот то, что снял его сын, это историческая ложь от начала до конца, от всех образов, от линий событий, от всех мизансцен, которые там разыгрываются, вплоть до групповухи, которой, видимо, Федор Бондарчук так привержен, что без нее не мог продемонстрировать жизнь русского солдата, который отправлялся воевать на афганскую войну. Вот разница. Разница между настоящим художником и фальсификатором. И точно такая же разница между победой и тем, что сейчас пытаются выдать за победу, имитировать вместо праздника победы, вместо Дня Победы, день лояльности к нынешней власти, которая вся пронизана извращениями. Извращениями во всех смыслах, начиная от исторических, кончая половых, вот этой групповухи, которую так живописал Федор Бондарчук в своем мерзостном фильме. Поэтому я лично вообще больше никогда фильмов там, Бондарчука или Михалкова смотреть не буду. Потому что гнусность, которую они представляют под видом исторической правды, нестерпима для любого нормального русского человека. Я считаю себя таким нормальным русским человеком. Одна из проблем Дня Победы – это вопрос, который неизменно возникает. Почему были столь огромные потери и почему так много было предателей? Этот вопрос можно отнести к сегодняшнему дню. Почему так много предателей? Почему русофобия свела гнездо не только в органах власти, но и в мозгах огромного количества людей? Можно сказать, что русофобией поражены миллионы людей. Даже вот вопрос о событиях на Украине так разделил нас. Настолько разные мы оказались в оценках того, что происходит. Интеллектуальное предательство – это ведь и очернение нашей победы, представление ее не русской победой. Я спрашиваю, русский человек может русскую победу расценивать как какую-то катастрофу и предлагать не отмечать эту победу, не помнить ее историю, предысторию, ее последствия, а просто проклинать? Я думаю, что не может русский человек так поступать, и кто так поступает, должен одуматься и спросить мысленно, спросить своих предков, которые смотрят на нас с небес, правильно ли он себя ведет, так ли он себя ведет. Огромное количество предателей связано как раз с избранной травмой, с избранной трагедией 20 века, с революцией 17 года. Потому что эта революция выпустила бесов наружу, и они до сих пор бродят по нашей стране, ссорят людей, сталкивают их между собой, сталкивают в спорах, в ругани и в войне, которая началась в Новороссии, и конца краю, который не видно, и она сегодня только обостряется, утихая, потом вспыхивая вновь, и вновь идут бомбардировки населенных пунктов, вновь гибнут люди. Потому что вот эти бесы нами правят, а мы продолжаем им верить. А верить им нельзя. Ни единому слову этих негодяев, которые иногда ходят там во главе колонны бессмертного полка с портретами ветеранов, с портретами погибших в эту войну. Им нельзя верить ни единому слову. А ведь очень многие верят, миллионы верят. А те, кто озлобляются на эту глупую веру, те переходят границу с другой стороны. Тоже выходят за пределы разумности и пытаются
осквернить все, что на самом деле осквернили, уже осквернили до них привластные негодяи. То есть они с ними мысленно консолидируются. Те оскверняют победу, присваивая ее себе и используя для того, чтобы склонить народ к лояльности. А эти, получается, просто вслух порочат эту победу вместе с порочной властью. Ну, как-то надо все-таки отделять власть оккупационная, враждебная, поганая – это одно. А Родина, ее боли и ее слава – это совсем другое. Вот это разделение между Родиной и начальством – это ключевой вопрос русского мировоззрения. Если мы не разрешим этот вопрос, то мы так и останемся рабами у олигархии и будем ненавидеть сами себя и продолжать гражданскую войну между вот этими партиями левыми и правыми. Национальной консолидации не будет никогда, если мы не объединимся вокруг ключевых вопросов, а именно, если мы не будем рассматривать революцию 17-го года и последующие безобразия как революцию антирусскую и как последующее правление, направленное против русского народа. И если мы не прославим победу 45-го года как победу нашего народа. Надо спросить себя, откуда в России гитлерофилы? Так вот оттуда же, из того же самого источника, ненависть к России, которую считают почему-то советской, там, путинской, какой угодно, она совершенно очевидно является глубоким заблуждением, глубоким пороком мировоззрения. Потому что Россия не путинская, не ельцинская, не сталинская. Россия – это просто Россия. Это мы можем либо служить России, либо действовать против нее. Поэтому надо делать этот выбор. Надо не впадать в субкультурщину, во все эти прогитлеровские заморочки. Не надо превращаться в идиотов, не провластных, как, какие у нас вот, мотоциклисты, отправившиеся по городам Европы для того, чтобы продемонстрировать, какие они крутые. Ну, там просто их за дурачков держат и считают, что это, ну, некорректное, как минимум, поведение граждан России, которые напоминают Европе, что вот они победители. Хотя, ну, какие это победители? Вы посмотрите на эти рожи, на эти прибамбасы мотоциклетные. Разве это имеет какое-нибудь отношение к патриотизму, к памяти предков? Ну, никакого, ровным счетом. Даже когда эти люди подходят к обелискам, павшим русским солдатам, но они выглядят как какая-то насмешка, издевательство над ними, издевательство над памятью. Поэтому провластные вот эти субкультурщики, они не менее отвратительны, чем антивластные, какие-нибудь там гитлеристы, которые рисуют у себя на теле свастики, которые зигуют друг другу, имитируя то, что они увидели в советских фильмах, как там «17 мгновений весны» или «Щит и меч». Очень много вот этого субкультурного содержания, которое раньше можно было рассматривать как некий протест, некий плевок в адрес общественного мнения, тоже глубоко ошибочного, то сейчас это абсурд, явно имеющий отношение к каким-то психиатрическим проблемам у того человека, который увлекается вот всеми этими штучками символическими и всякими прочими, привязывающими его не к русской культуре, а к какой-то инородной, инородческой, враждебной и, в конце концов, уничтожившей миллионы и миллионы русских людей. И те, кто считает, что это были советские люди, ну, это просто недостойно оскорбляющие наш народ и наших предков персонажи, которые мельтешат, конечно, на телевидении, их все время показывают, вот, вот какие на самом деле нас националисты. На самом деле национализм – это политическое выражение патриотизма, и к этому так надо относиться. Поэтому сейчас мы чаще говорим национал-патриоты, чем националисты, потому что порочат нас, в том числе и тем, что называют вот этих сепаратистов и русофобов на Украине националистами, украинскими националистами. Ну, там нет нации, поэтому не может быть никакого украинского национализма. Зато здесь ведется пропаганда русофобского режима против русского национализма, то есть против русского возрождения, против русских политических организаций и общественных деятелей, для которых, конечно, придумана 282-я статья, и она отражает русофобию действующей власти. И как раз подтверждает тот факт, что эта власть не имеет, не может иметь никакого отношения к Дню Победы, к самому факту победы, является противником этой победы и вообще всех русских побед, которые были
или будут в нашей истории. Вот для того, чтобы у нас были эти победы, мы должны эту власть сменить, утвердить русское национальное государство. Иначе сотрут всю нашу историю и опозорят ее до последней степени. Пренебрежение к правде о победе – это тоже глубокий порок мировоззрения. Как со стороны людей, которые выражают провластные позиции, так и антивластные. А правда сложна, она нелинейна, как весь 20 век. Он перепутан проблемами, которые надо распутывать. Есть простые решения, но они очень непросто уживаются в головах людей. Вот в частности то, о чем я сказал. 17-й год – трагедия, 45-й год – триумф. В советский период тоже ведь происходил поиск той опоры мировоззрения, который и сейчас у нас не закончен, а можно сказать, что даже и не начинался. Мы во многом откатились назад в осознании русской истории и истории 20 века. Лучшие писатели, русские писатели, которых называли советскими, называли свою родину не СССР, а Россия. И говорили о русском народе, а не о советском народе. Ну, были, да, писатели, которые подчеркивали, ты же советский человек, ты же коммунист, коммунисты вперед и так далее. Но за этими словами было совершенно другое, не партийное, не коммунистическое, не большевистское содержание. А настоящие художники, настоящие писатели, вот вроде Шолохова, Константина Симонова, они не пользовались такими агитками партийного свойства, и в их произведениях не найдешь почитания коммунистической партии, коммунистической идеологии, коммунистических вождей. Нет этого, нет этого. Почитайте «Живые и мертвые». Ну, наверное, лучшее произведение о войне Константина Симонова. Почитайте его стихи. Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, как шли бесконечные злые дожди, как кринки несли нам усталые женщины, прижав как детей от дождей к груди. Как слезы они вытирали украдкую, как след нам шептали «Господь вас прости!» И снова себя называли солдатками, как встарь повелось на Великой Руси. Слезами измеренный чаще, чем верстами, шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз, деревни, деревни, деревни с погостами, как будто на них вся Россия сошлась. Как будто за каждую русской околицей, крестом своих рук ограждая живых, всем миром сойдясь, наши прадеды молятся за в Бога неверующих внуков своих. Ты знаешь, наверное, все-таки родина не дом городской, где я празднично жил, а эти проселки, что дедами пройдены, с простыми крестами их русских могил. Не знаю, как ты, а меня с деревенскую дорожной тоской от села до села, со вдовьей слезою и с песнею женскую впервые война на проселках свела. Ты помнишь, Алеша, изба под Борисовым, по мертвому плачущий девичий крик, седая старуха в солопчике плисовом, весь в белом, как насмерть одетый старик. Но что им сказать, чем утешить могли мы их? Но горе, поняв своим бабьим чутьем, ты помнишь, старуха сказала, родимые, покуда идите, мы вас подождем. Мы вас подождем, говорили нам пажити, мы вас подождем, говорили леса. Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется, что следом за мной их идут голоса. По русским обычаям, только пожарища на русской земле раскидав позади, на наших глазах умирали товарищи, по-русски рубаху рванув на груди. Нас пули с тобою пока еще милуют, но трижды поверив, что жизнь уже вся, я все-таки горд был за самую милую, за гордую землю, где я родился. За то, что на ней умереть мне завещано, что русская мать нас на свет родила, что в бой провожая нас, русская женщина по-русски три раза меня обняла. Может быть, советские писатели даже больше нас приблизят к правде о войне, в том числе и репрессированные, вроде Некрасова, который писал о Сталинградской битве с точки зрения лейтенанта, с его кругозора. Больше они помогут нам в понимании войны, чем современные размышлизмы. Хотя современные историки тоже отыскивают, находят правду и побуждают нас к тому, чтобы прославлять настоящих героев, а не выдуманных в целях пропаганды, что было позволительно в условиях войны, в период войны. Но для потомков все-таки нужны настоящие герои, не вымышленные. Не 28 панфиловцев, которых там не было, а просто панфиловцы. Это дивизия, которая сражалась насмерть на подступах под Москвой.
но не те фамилии, которые были прославлены, которые потом отыскались, и некоторые из них оказались даже полицаями, перешли на другую сторону фронта, попали в плен и обслуживали оккупационный режим. Но не было этого, вся история была придумана корреспондентом «Красной звезды», и по этому поводу после войны было расследование, которое положено под сукно, для того, чтобы не тревожить народ. Ну, зачем народу правда? Не нужна была эта правда. А нам все-таки, русским людям, нужна именно правда. Да, Прохоровское сражение совсем было не тем, чем оно зафиксировано в советской историографии. Огромные потери. Сражение танков против танков, где русские танки очень сильно уступали немецким. Хотя, если соотносить по затратам на производство этих танков, то, наверное, был паритет. Очень дешевые и очень эффективные с точки зрения ведения боевых действий 34-ки и более старого образца танки горели гораздо чаще, чем «Тигры» и «Пантеры» немецкой армии. Но все же по соотношению потерь, а главное по результату этой битвы, мы видим, что все-таки Курская битва – это победа. А вот Прохоровское сражение – это скорее трагедия. Эту правду мы восстанавливаем по крупицам, преодолевая сопротивление, которое оказывает русофобский режим. Он же ведь не спонсирует исторические исследования, ему не нужна историческая правда, ему нужна историческая ложь. Поэтому этот режим пользуется штампами советских времен и всячески их насаждает. И в символике, и в риторике, посмотрите то, что было на 9 мая, эти речи, и в гражданских ритуалах. Мне довелось поучаствовать в открытии мемориала в маленькой деревеньке, где живут родственники моей жены. Открылся небольшой мемориал, всего 12 фамилий указаны на обелиске. Сопротивление властей было вполне отчетливым, чтобы этот мемориал появился, потому что деревенька не перспективная. Теоретически власти даже подумывают, как бы ее снести и построить здесь какой-нибудь торговый комплекс. Недалеко от Москвы, рядом уже построили «Глобус», еще какие-то там «Мерлен», огромные супермаркеты. Ну почему бы здесь, рядом с Новорижским шоссе, тоже не построить на месте деревни, которой несколько сот лет, тоже какого-нибудь торгового монстра. Ну и поэтому возникновение памятника было очень неудобно для действующих властей. Поэтому ни один глава администрации не посетил мероприятие по открытию обелиска. Были только местные жители, ну и пара местных депутатов, которые между собой еще не в ладах, и друг другу вставляли шпильки, делали это прилюдно, крайне неприятно смотрелось. Но самое неприятное было, что не только организаторы провалились, проведя двухчасовой митинг для очень пожилых людей, ветеранов, детей войны. Им уже больше 90 лет, вот и бабушки моей жены тоже. Они на лавочке там сидели, на санцепёке, 2 часа мололи труху, словесную труху. И единичные выступления относились именно к тому, для чего собрались. И вот эта советская привычка молоть чепуху, говорить о международном положении, говорить о том, какое у нас хорошее начальство, какой был замечательный парад, какой у нас хороший президент, какой у нас хороший губернатор, какой у нас замечательный глава района и вообще все начальство, какое оно хорошее и замечательное. Этот порог остался и у многих ветеранов. Они просто привыкли говорить одно и то же, то, что от них требуется. И за это получать ответно некие знаки внимания, некие знаки уважения. Но люди все разные, и многие слабы, даже если они когда-то были сильны, даже когда-то они были героями. Но в нынешней ситуации я встречал много таких людей, в том числе и с большими звездами на погонах, которые прошли войну, героически сражались, награждены боевыми орденами. Но в последующие годы привыкли к своему ветеранскому статусу, к почету и к тому, что надо постоянно прославлять начальство. Вот это прославление начальства, даже на маленьком митинге, где было полсотни человек, может чуть больше, это, конечно, порог русского самосознания. И неудивительно, что ни в одном выступлении, ни в одном за 2 часа слово «русский» не было произнесено. О русском народе не сказал никто. Глупостей понаговорили, но просто море. Зачем они это все говорили? С какой целью? Конечно, это и упадок культуры, в том числе и речевой культуры. Упадок даже в смысле понимания того, что нужно, дозволительно можно говорить публично, что нужно говорить.
Одно дело сказать о том, кто из этой конкретной деревни вышел, кто и где воевал, у кого предки воевали, деды, прадеды, чем они прославились, где хотя бы воевали, в каком звании. Ну, даже на мемориале не указали, что обычно делается. Пишут: красноармеец, там, лейтенант, полковник, хоть что-нибудь. И даты жизни и смерти. Хотя бы год. Год рождения, год смерти. Ничего этого не было сделано, потому что все хаотически. Все, видимо, для того, чтобы прославить больше себя. Вот какие мы замечательные люди, мы ставим мемориал. Ну, примерно то же самое, как и для пиара у нас устраиваются все мероприятия, и 9 мая – это средство для пиара ныне действующей власти. Ну и здесь тоже в маленькой деревеньке депутаты, которые здесь не живут, но это все-таки их избиратели, они приехали для того, чтобы себя показать. И обелиск тоже устанавливали, ну не для того, чтобы сохранить память, тогда хоть что-нибудь бы они сделали бы и в предшествующие годы. Но сейчас, через 70 лет, установили обелиск, и на нем мало того, что не указаны даты жизни, смерти, звания бойцов Красной Армии, но там отсутствуют и некоторые фамилии. Бабушка моей жены, ей уже 90 лет, скоро 91 будет, она знает всех, кто ушел из деревни на войну, знает все фамилии. И она первоначально составила несколько лет назад этот список погибших, кто не вернулся с войны. Но этот список могли бы дополнить и уточнить, обратившись к ней, те, кто инициировали установку обелиска. К сожалению, они этого не сделали, поэтому две фамилии, помимо тех 12, которые указаны, не учтены. Может быть, эта ошибка будет исправлена, потому что здесь же был размещен зенитный дивизион, и есть мысль о том, что здесь же надо поставить памятник этому дивизиону, который защищал Москву от налетов немецких бомбардировщиков. Здесь бомбили, потому что здесь встречали бомбардировщики заградительным огнем наши зенитчики, и поэтому бомбы падали здесь, в этой маленькой деревеньке по соседству, здесь выносилось тепло. Здесь люди, можно сказать, под обстрелом ходили на работу в Красногорск, 6 километров туда, 6 километров сюда. Немало, согласитесь, особенно когда сверху сыплются осколки от разорвавшихся зенитных снарядов и падают бомбы. Нам 9 мая представили парад, как говорят, самый масштабный, с новой техникой, все замечательно. И многим кажется, что это и есть армия, что это и есть подтверждение ее самого замечательного состояния. На самом деле это кошмарная ложь, потому что все это... Вся эта техника – это просто груда железа, если возглавляют армию предатели и трусы. Если не сидит в тюрьме Сердюков и вся его компания, то мы не можем доверять всем разговорам о том, что наша армия находится в лучшем состоянии и готова отразить нашествие. У Саддама Хусейна тоже была хорошая армия, тоже были мощные вооружения, но генералитет предал. Достаточно было раздать несколько миллионов долларов, и этот генералитет сдал свою собственную страну, а наш генералитет. И в советский период был тот же вопрос. А для чего содержали огромную армию, огромный аппарат подавления, чтобы в 91 году страну просто разграбили, растащили на куски, разорвали на части, разделили государствообразующий русский народ, отдали его на растерзание этнобандитским режимам, которые сложились во многих частях бывшего СССР. Для чего все это было? Почему мой дед, полковник Красной Армии, прошедший всю войну, был уволен из рядов вооруженных сил, едва ему исполнилось 50? Почему мой отец отказался дальше служить? Он тоже дослужился до полковника, работал в генштабе, но едва он выслужил 25 лет, и чуть ему исполнилось больше 50, он не захотел служить дальше. Видимо, не нужен был его опыт, не нужны были его знания и верность Отечеству. И для советской власти, точнее для коммунистического режима, верное служение Отечеству никогда не было целью. И это служение происходило скорее вопреки действующему режиму, чем благодаря ему. И то же самое мы можем сказать сейчас. Честно служить Отечеству,
безнаказанно невозможно, так сказал один высокопоставленный государственный деятель. Ну, собственно, он не служил, а скорее обслуживал. Поэтому память о нем из нашей истории очень быстро стерлась. Даже если сейчас назову фамилию и напомню, мало кто вспомнит этого государственного деятеля, который вроде бы как хотел служить Отечеству, но не смог. Что это был за парад, который мы наблюдали? Да, он довольно четко был срежиссирован, все было довольно красиво, и телевизионная картинка впечатляла. Но надо напомнить, что эта армия не знает ни одной победы, ни одной. Если бы она стремилась к победе, то даже в той крохотной войне, которая проводилась в 2008 году против Грузии, против ее агрессии, закончилась бы взятием Тбилиси. Но изменническая власть отказалась от этой перспективы, поэтому победы не было. И сейчас в Новороссии тоже изменническая власть делает все, чтобы не было победы. Чтобы русская власть не установилась в Киеве и на Украине в целом, чтобы не воссоединился русский народ, неважно, как называет он себя, великорусским, украинским, или там, белорусским и так далее. Ничего не делалось и не будет делаться этой властью для воссоединения народа и страны, для восстановления исторической правды, до тех пор, пока мы не выметим их из Кремля, из властных институтов в целом и не проведем репрессивные мероприятия против изменников и воров. Кое-что все-таки делается, историками. Замечательный фильм вышел о маршалах Победы. Достаточно подробный и правдиво, хотя и вскользь упомянувший о негативной роли партийного руководства в том, что происходило на фронтах. Роль Сталина крайне негативная, повлекшая за собой неоправданные жертвы миллионов солдат, миллионов мирных граждан. Деятельность Хрущева, который тоже подталкивал к авантюрным решениям. Деятельность Мехлиса, который был главным организатором катастрофы Керченской операции. И более мелкие партийные деятели делали очень много для того, чтобы отчитываться перед своим начальством и в этих отчетах игнорировать самое главное – гибель солдат. Которых, конечно, на войне русских солдат, прежде всего, которые были основой армии, не жалели. Это было пушечное мясо. И тем не менее, ложь о том, что завалили трупами, остается ложью. И надо назвать ее ложью. Нет, не завалили трупами. У границ в 41 году была разбита Красная Советская Армия, а потом сформировалась в результате боев русская, и русский народ вспомнил заветы предков, и многие из тех, кто носил погоны, поняли, как надо воевать, с кем надо воевать. Не агитками, а подвигом. Вот так и победили подвигами русских людей, русского народа, вопреки партийному руководству, которое крайне мешало этой победе. Соотношение потерь, невозвратных потерь, которые являются главным критерием, 1 к 1,3. На 30% наши фронтовые потери были больше, чем у гитлеровской Германии. А к этим потерям относятся убитые, тяжелораненые, которые не вернутся на фронт, и пленные. По совокупности почти паритет. Почему этот паритет не в нашу пользу? Именно по причине партийного руководства, которое в начале войны было подавляющим, самодавляющим. Режим взаимоотношений между людьми был таковым, что кроме поражения ничего другого и быть не могло. А в конце войны другие отношения сложились, другие, хотя все эти репрессивные органы висели на плечах у русской армии и мешали ей побеждать. И штурм Берлина к 1 мая, это ведь тоже был порог, и огромные потери, которые были в тот момент, были абсолютно неоправданы. Хотелось быстрее победить, хотелось быстрее 1 мая взять Берлин. Ну, фактически это и было сделано. Просто не вся германская армия сдалась после этого. И только 9 мая была подписана капитуляция. И поэтому формально к 1 мая не удалось. Оправданы ли были эти жертвы, огромные жертвы при берлинской операции, действия маршала Жукова? В этом еще предстоит разбираться, и, видимо, здесь оценки могут быть разные. Но это
совсем не унижает нашей победы. И жертвы, которые принесены на алтарь этой победы, остаются для нас священными, независимо от того, насколько эффективно действовали те или иные генералы. А многие из них действовали замечательно эффективно. И вот в фильме, о котором я упомянул, рассказывается о маршале, тогда еще генерале Толбухине. Кто помнит эту фамилию? Жукова помнят. По некоторым фильмам помнят других маршалов. Но вот Толбухина и Яско-Кишиневскую операцию, в которой потери нашей армии составили 1%, а потери немцев были колоссальными. Вот про эту операцию, про этого славного маршала мало кто помнит. Также почти никто не знает генерала Петрова, организатора обороны Одессы, потом Севастополя, труднейших операций, которые проявили мужество русских людей и стойкость нашего народа. Лишь мельком генерала Петрова сейчас показали в фильме «Битва за Севастополь». Буквально несколько фраз, и это фамилия. К сожалению, кремлевской пропаганде не нужны герои войны. Потому что и победа становится фальшивой, когда она лишается героев, когда у нее нет конкретных исполнителей, конкретных организаторов наших побед. То есть, когда опорочена память всех генералов, полководцев, опорочен сам народ, который якобы не умел воевать и не умел даже подготовиться к войне, наладить промышленность, производство вооружений, которому пришлось пользоваться поддержкой союзников, которому пришлось завозить по ленд-лизу даже продовольствие и даже самолеты. Но это все не так. То есть соотношение той помощи, которую мы получали, и нашего вклада в победу совершенно несоизмеримы не только человеческими жизнями, но и мощностью производства, которое было организовано до войны, во время войны. И так нерационально, так позорно использовано сталинскими руководителями. А русский народ проявлял чудеса героизма и стойкости, несмотря на вот эти партийные заморочки, которые и сейчас мутят голову многим людям и заставляют их прославлять начальство в условиях, когда это начальство ведет только к катастрофе. И Россия держится вопреки путинскому режиму, вопреки этому правлению. Вот когда мы действительно будем прославлять наших предков и призывать к продолжению их дел, их славных дел, не позорных дел, которые творили большевики, коммунисты, чекисты и прочая сволочь, которая издевалась над нашим народом, а именно славу русских людей, истинно русских людей, которые сражались за нашу землю, которые сложили свои головы. Если мы будем продолжать их дело, тогда мы и будем настоящими русскими людьми. Пока мы народ еще так очень условно, можно очень условно нас назвать народом. Есть, конечно, в нашем народе здоровое ядро, зерно. Но пока власть антинародная, не русская и антирусская, ничего мы не сделаем, не сможем мы прославить наших предков и не сможем достойно встретить День Победы. И 70-летие мы встретили недостойно. Это последняя круглая дата, в которой мы еще можем встретить и лично поздравить ветеранов войны. Следующая круглая дата уже пройдет без них. Но, может быть, мы хотя бы к следующей круглой дате освободим страну от оккупантов, от олигархов, от предателей и воров. В человеке вообще много чего понаворочено. Дай волю его подлости, и она разрастется до невиданных масштабов. Поэтому изменники и предатели будут всегда. Но надо создать такие условия, при которых они не смогли бы развернуться, не смогли своим бы гнусным наклонностям дать полную свободу. Мы не должны прощать подлецам, негодяям, извращенцам, что они таковы, каким им позволило стать на недействующая власть. А наша власть будет утверждать совершенно другой порядок поведения. Честность, достоинство, честь, доброту, наконец. И в этом порядке вот эти гнусные наклонности человеческой натуры не будут получать своего развития. И у нас будет гораздо больше достойных людей, гораздо меньше предателей, изменников и ненавистников нашего народа и нашей Родины. Меня поразил клеветнический материал, который якобы записан, а может быть и действительно так, со слов фотографа войны, который присутствовал в Берлине в 1945 году и приехал туда с пошитыми по своей собственной инициативе
знаменами, красное полотнище, и на него якобы сам этот фотокорреспондент пришил белый серп и молот. Он приехал именно для того, чтобы сделать постановочные кадры. И вот теперь публикуется материал о том, что все это, то, что он снял в Берлине, это, говоря современным языком, фейк. То есть фальшивка. То есть не было никакого водружения знамен. Он вручал кому-то знамя и в удобном месте размещал вот эту, составлял мизансцену и снимал бойцов, которые водружают знамя. На самом деле все это не так. На самом деле все это обман, потому что флаг этот фотокорреспондент только вручал солдатам, которые водружали его. Ну, не было у них под рукой знамен, которые они могли бы занести, там, скажем, на Бранденбургские ворота. А тут прибегает корреспондент и говорит: вот знамя, давайте вы водрузите, а я сфотографирую. И фотографировал. Он что, фотографировал каких-то фальшивых переодетых людей? Или это была не боевая обстановка, или это была не победа? Какой же фейк? Вот сам этот корреспондент, можно сказать, проявляя чудеса подлости, рассказывает о том, что это все была фальшивка. Но он сам фальшивый человек, который предал победу, в которой принимал участие. Он был рядом с победителями и через многие годы стал рассказывать, что все это не победа, все это фейк, все это фальшивка, постановочные кадры. Ну, действительно, они были постановочные для какого-то мгновения. Но в целом, разве это был постановочный кадр, штурм Берлина, водружение Красного Знамени над Рейхстагом? Да, может быть, не первым Егоров и Кантария водрузили этот флаг. Может быть. Еще одна фальшивка, которая прямо из этого текста воспоминаний фотографа следует. Публикуется фотография, которая потом вошла как сюжет в поганый русофобский фильм номер 44, который запретили, слава богу, к показу в России. На этой фотографии у человека, который водружает флаг, часы на правой и на левой руке. И тут же следует, что это часы, которые были сняты с немца. Одни часы были свои, а другие мародерские. Мародерствовали русские солдаты в Берлине. Как это все ужасно. Ну, в фильме 44 там вообще какая-то небритая мрачная морда, у которого на одной руке несколько часов, на другой руке. Это, конечно, ложь, это ложь. Во-первых, двое часов могло быть. Одни часы свои, другие, скажем, наградные. И ни те, ни другие человек не мог снять в тот момент, почему они оказались на той и другой руке. Это первый момент, который говорит о том, что трактовка, вот эта подлая трактовка, что русские были мародерами, не имеет оснований, никаких доказательств. Такая фотография принести не могла бы. Но самое главное, что фотография является фальшивкой. Потому что сам фотограф говорит о том, что он на негативе выскреб вторые часы. Потому что нельзя было публиковать, ему сказали, что могут трактовать этот кадр по-разному, так как трактуют сейчас русофобы всех мастей, как стал толковать этот фотограф. Он сам рассказал, что он с негатива счистил вторые часы на другой руке у человека, который водружает красное знамя в одном из поставленных им кадров. И теперь он начинает рассказывать, что они были, и публиковать вот эту фотографию. Это же ложь, очевидная ложь. Как и все, сшито белыми нитками, вся эта русофобия. Ее надо разоблачать, в том числе и по поводу войны. Уж столько понаврано по поводу войны, вот в том числе и о потерях, и роли тех или иных генералов, о значении тех или иных операций. Много лжи, и большая работа предстоит не только историкам, но и просветителям, которые должны донести правду до народа и вернуть русскому народу его подлинную историю. Гениальный фильм советского периода «Торпедоносцы». До боли щемящая интонация в конце этого фильма. И я предлагаю послушать финал этого фильма как минуту молчания, как нашу гражданскую панихиду по павшим в этой войне, и вспомнить, слушавшись в эти щемящие ноты, своих родных и близких, кто не вернулся с войны, кто добивался победы и кто не дожил до наших дней.